Доброе всем утро, ребята. День сегодня 11 января 2016 года. Время 8:10, а ровно в 8:00 я встал с кровати, прикиньте. За 10 минут пулей собрался и вылетел из дома. Два раза будильник переставлял сегодня. Изначально стоял на 6:44, переставил его на 7, потом переставил на 7:10. И, сука, все равно я проспал. Ну, нормально, в первый рабочий день проспать на работу, это нормально, это в норме. Хочу вам сказать, погода минус 21, мороз давит, настроение бодрое, выспавшееся, немного с косячком, но как без этого, как без косячка. Ближе к метро имеется ветерок, день сегодня будет насыщенный на события, на эмоции, так что вперед проживать этот день. Вчера, когда мы были с девушкой в теремке, я девушку прикалывал видосами не магия, их видеообзорами на основном канале женщин. Различных Виктории Исаевой, Полины Лагуновой, Валерии Лукьяновой и так далее, да? Вечером девушка мне скидывает ссылку на видос и пишет: послушала и полностью соглашаюсь. Все правильно сказала о том, что меня привлекает в тебе. Время было ближе к вечеру, я был занят. Я написал ей: окей, посмотрю позже. Сейчас еду в метро уже на работу. Посмотрел видос. Это, оказывается, Виктория Исаева. 5 вещей, которые придают сексуальности мужчине. Так, думаю, понятно. Девушка заинтересовалась Викторией Исаевой. Подключаю Wi-Fi, вставляю наушники в уши, смотрю. Да, действительно, всеми любимая Викуля Исаева. Я знаю ее 100 лет, как раз таки с того обзора не магия на нее, годовой давности. Но как-то не смотрел ее, но знаю. Слушаю, и вы знаете, да, действительно, Викуля сказала все правильно, честно, структурированно. Эти качества во мне присутствуют, и определенно они нравятся многим женщинам. Так что, ребята, ссылочка в описании, кому будет интересно, посмотрите. Она делала это видео совместно с каналом Девушки Мотора. Я также перешел на ссылочку Девушек Мотора, но их видео более эмоциональное, да? Но там меньше конкретики. Так что видос у Викули определенно большой жирный лайк. Аудитория у меня в основном мужская. Так что, ребята, не поленитесь, зайдите, посмотрите, вам будет интересно. Я почти успел прийти вовремя на работу. В 9:02 я уже открыл дверь кабинета своего рабочего. Что хорошо в этом банке в новом? Тут нет такой жесткой системы слежения, когда пришел, когда ушел. В предыдущем банке у нас были именные карточки, да? То есть система всегда следила, когда сотрудник вышел, когда зашел. То есть если ты опоздал на одну секунду, пришел там в 9:01, она уже фиксировала это как опоздание. 3 опоздания в месяц минус 5000 штраф. За систематические опоздания штраф увеличивался на 1% от ЗП. Прикиньте, как было плохо. Но в этом банке все хорошо. Так, я снова зашел в Ашан в конце рабочего дня, да? Мне нужен купить гель для душа, закончился, и дезодорант. Да. Этот дезодорант Дав, я им пользуюсь уже, наверное, ну где-то с полгода. И вполне им доволен, так что советую. Все, ребята, рыльно-мыльные принадлежности закуплены. Вот, хочу вам в конце этого видосика порекомендовать канал «Тамбовский колхозник». Главное лицо, в котором выступает Юрий Мешков. Вы, наверное, уже слышали не раз про «Тамбовского колхозника». Его энное количество времени назад рекламировал сам Сергей Симонов. Кстати, Юрия я знаю лично, мы с ним встречались на сходке у Симонова. Даже перебросились парой фраз, представляете, дал ему дельные советы. Вот, хочу вам порекомендовать канал Юрия, «Тамбовский колхозник», ссылка будет в описании. Основной контент канала — это влоги. Юрий снимает свою жизнь, интересную и насыщенную событиями жизнь. Так что пройдите, посмотрите, зацените видосики «Тамбовского колхозника», и будет вам, как говорится, счастье. Я с вами прощаюсь, спасибо за внимание. Вот так и прошел мой интересный и насыщенный на события день. В кавычках, конечно. Все, ребята, спасибо за внимание, всем удачи, мысли в космос позитивные, и будет вам, как сказал уже, счастье, удача и любовь. До скорых встреч!